We are meeting with Eleonora Gori, Export Manager. Мы встречаемся с Элеонорой Гори, экспорт-менеджером Гацелла Брачолини. Приятно познакомиться. Здесь мы на выставке в Милане. Элеонора, расскажите о вашей роли в компании, о самой компании, если это можно. Прекрасно. Как вы сказали, я экспорт-менеджер компании, отвечаю за развитие новых рынков. Компания основана в 1954 году на основании видения мечты основательницы Карлы Брачолини. В ее воображении рисовалась необычная сумка, совершенно новая, наполненная креативностью, изобретательностью, фантазией, цветом, что и было воплощено в нашу продукцию, наши сумки. Фирма начала после этого быстро развиваться с опорой на Италию. Это наш основной рынок. И до сих пор остается нашим основным рынком. Где вы базируетесь? Во Флоренции. Это один из самых важных кожевенных округов для итальянской кожгалантерии. Да, мастера-кожевенники, всем известно. Италия до сих пор составляет наш основной рынок. Но мы работаем со всем миром. В этом ваша задача – поиск новых рынков. Каких? Это азиатские рынки, Китай, Южная Корея, Япония и другие важные рынки, такие как Россия. Однако и Ближний Восток. Так у нас открылось несколько флагманских монобрендов в Эмиратах. И очень интересно, вы сказали, основательница Карла. А кто Грацелла? Объясните, пожалуйста. Тут долгая история, очень интересная история. Это очень удачное сочетание. В 2017 году Карла Брачолини Легаси была поглощена ювелирной компанией Грацелла. Совсем другая сфера, другой мир. Но видение Грацеллы, ювелирной компании, заключалось в сочетании модных аксессуаров с ювелирной продукцией. Вот почему здесь не только сумки, но и кольца, колье – это все часть новой коллекции. Это коллекция «Весна-лето» 2021 года. Говоря о синергии двух компаний, становится понятно, как наши сумки обогащаются, становятся еще прекраснее из-за использования ювелирных изделий, которые основываются на традиции компании Грацелла. Здесь, например, используются инновационные технологии. Это настоящий шедевр. Здесь у нас трехмерная печать по коже. Очень рельефно выглядит. Очень интересно. Да, это трехмерная печать, потом вышивка и фирменная ручка. Рукоятка. Много металлических частей, аплик. Изнутри сумки удобные? Скажите. Я вам покажу. Смотрите, детали продуманы повсюду. И внутри тоже. Мы всегда думаем о внутренности сумки в мельчайших деталях, все продумываем. Основное для нас это, конечно, сделано в Италии. Детали, мастерство, я понимаю. Абсолютно верно. Тщательный подбор сочетания цветов
ярких цветов, в частности. Постоянный поиск новых моделей, новых форм, новых технологий, сочетающихся с традиционными технологиями. Покажите другие сумки. У вас ювелирные изделия также здесь на стенде. Кольца, колье. Наша коллекция разбита в основном на три сегмента. Разные ценовые категории и позиционирование продукции. Вот топовая коллекция, она называется Temi. Temi, как бы сказать, королевская коллекция. Основной источник вдохновения. Все другие изделия появляются на ее основе и только после нее. Тема коллекции весна-лето – тайный сад. Видите, как это все обставлено? Temi – это лучшее выражение нашего творческого духа, нашей креативности. Тут металлическая клетка, и внутри цветы этого таинственного сада, секретного сада. Как я сказала, есть люксовый сегмент, основанный на сочетании ювелирных изделий и кожгалантереи, и затем имеется основная коллекция для ежедневного пользования, более современная. Для современной женщины-космополита. У вас сумки на каждый случай жизни, я вижу. Правильно? От повседневности до больших праздников. Конечно, конечно. Мы пытаемся дать самое лучшее каждой женщине. Какой у вас лучший лонгселлер? Как бы сказать, каждый год мы предлагаем новую коллекцию, но при этом сохраняем какое-то общее настроение, формы, модели. Меняются детали, наверное, да? На весну-лето означает иную цветовую гамму. Мы следим за тенденциями моды. Каждая сезонная коллекция создается по-новому, с нуля. Какие у вас красивые серьги. Это серьги из таинственного сада. Очень красивые. Спасибо.